отношения между вами и Волковым? С Волковым вообще никаких родственных связей нет. Волков, Дмитрий Петрович, живет в Глядине. А получилось почему? Что он женился на внучке в четвертом поколении Василия Васильевича, моего племянника в третьем поколении, на девочке женился. Она тоже молодой специалист приехала. Вот из-за чего возник-то конфликт. И я вляпался. Вляпался или нет, как бы... Оксана Петровна, прошу прощения, вы как преступника меня пытают. Я Волкова... Василий Николаевич, минуточку, давайте могу вам выражаться. Хорошо, спасибо. И я никакого отношения к Волкову не имею. Пожалуйста, еще вопрос. Значит, по линии Карины Алексеевны Малькевич будут вопросы? Значит. Что, как вот вопрос возникает такой. То есть, когда объявили по району, да, что идет такая программа, что в принципе, что мы можем принимать участие в этой программе, то есть сколько вообще было лиц, допустим, сколько было заявлений для участия в этой программе, или вот именно что он. Волков один заявился, то есть подготовил документы, передал, или были еще кто-то представители, кто имел в виду, что хотел принимать участие в этой программе? Кому этот вопрос? Дело в том, что с какого года вы сказали, что она начинает? Программа идет с 2013 года, то есть с 2014 года она начала работать. С 2014 года, как только приходят документы, что она продолжает действовать, значит, мы отправляем. Значит, документы в сельские советы уходят у нас письма об участии, то есть это чтобы объясняли жителям Назаровского района, что они имеют право участвовать в программе. И каждый год, значит, подаются заявки, значит, обрабатывается пакет документов и отправляется в министерство ЖКХ, которое сегодня и занимается этой программой. Сельского хозяйства. ЖКХ другая программа. Да, я так думаю, Сергей Николаевич, сейчас объясните более подробно, значит, как это все происходит, какое количество и каждый год сколько человек проходит программа действительно.